Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел совещание по вопросам системы здравоохранения. В нем приняли участие руководители и сотрудники Люберецкой областной больницы, представители администрации, а также депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. На встрече обсудили вопросы, связанные с обеспечением кадрами, оказанием плановой медицинской помощи и работой хирургических отделений. Учитывая то, что вирус не отменили, пандемия, она присутствует, все это набирает обороты. И я хочу для себя понять, где мы находимся, что происходит и что нужно предпринять, чтобы особенно в сфере медицины была комфортная обстановка. По итогам совещания принято решение расширить состав рабочей группы по вопросам медицины при Общественной палате городского округа. В нее включили Дмитрия Дениско и руководителей Люберецкой областной больницы.